Что такое? Почему я не могу продолжить? Черт. Приветствую. Хотел продолжить прохождение этого безумного режима «Стальная воля». Друзья, это все еще ужасней стало. Дело в том, что, как видите, я вот в прошлый раз прошел первый уровень. Вышел из игры в главное меню, все как положено. Также я проходил режим 999, просто выходил в главное меню. Если вот выйти из дополнительного режима, то да, как бы все сорвется. Мне придется заново начинать. Но там можно было продолжить, и я так в несколько присестов прошел, в общем-то, игру. В режиме «Стальная воля» мало того, что нельзя умирать, так надо за один присест, как оказалось, все проходить. То есть вот прям от корки до корки всю игру пробежать. Я не знаю, как вообще это возможно. Это же, черт возьми, тут 16 уровней, они же длинные. Даже если по 10 минут тратить, это больше 2 часов, это 160 минут. Это сколько? 2 часа 120. Почти 3 часа. Да. Непонятно, совершенно непонятно теперь, как это проходить. Ну, выхожу из дополнительного режима, что теперь поделать? Возвращение в текущую кампанию. Ну что ж, я думаю, придется отменить это прохождение, потому что... Ну, я не вижу. Хотя, в принципе, я посмотрю какие-нибудь ролики, может, того безумца, о котором я упоминал, он там пролетал игру. По-моему, он как раз за один присест это делал. И, возможно, в формате стрима уже это... Как-нибудь попробую одолеть этот режим. Но вообще, конечно, неприятно. Неприятный сюрприз. Что ж, до следующего раза.